компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в народные деньги. Такого еще не было. Согласно постановлению столичной мэрии, с 15 мая Кызылская ТЭЦ готовится к снижению нагрузки и переходу на летний режим работы. В многоквартирных домах и муниципальных учреждениях города будет отключено отопление. Подача горячей воды будет осуществляться в прежнем режиме. С 15 мая Кызылская ТЭЦ в установленном порядке переведет работы тепловых сетей только в режим горячего водоснабжения. Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано провести соответствующую работу. Напомним, что отопительный сезон 2017-2018 годов в Кызыле стартовал 14 сентября прошлого года. В Кызыле впервые состоится всеармейский этап конкурса «Военное ралли», который определит лучший экипаж по управлению специальными и грузовыми автомобилями. Всеармейское соревнование стартует в Кызыле 3 июня. Команда победителей представит Россию на международном турнире. Для проведения ралли на горном полигоне «Карахат» в республике была построена трасса. В соревнованиях примут участие экипажи со всех военных округов, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах. Конкурс «Военное ралли» состоит из 4 этапов. Первая – индивидуальная гонка протяженностью 124 километра. Вторая – гонка преследования 131 километр. Третья – командная гонка. Военнослужащим предстоит преодолеть трассу длиной 142 километра. Нововведением всеармейского конкурса «Военное ралли» в этом году станет этап по выполнению нормативов по огневой подготовке. Каждая команда состоит из 5 экипажей, которые выполнят заезды на грузовых машинах «Урал» и «КамАЗ» с колес базой 4x4 и 6x6, а также на специальной технике. Они выйдут на старт согласно этапам конкурса. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которым в частности постановил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов войны, сообщает информационное агентство ТАСС. Правительству также необходимо разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе с участием высшего руководства иностранных государств. Федеральным органам исполнительной власти поручено оказать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты. Кроме того, оказывать помощь органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества. В Туве с 2017 года начали разводить высокомолочных альпийских коз. Животноводы горного Мингунтагинского района получили первый приплод от породистых альпийских коз, завезенных в Туву с Алтая в прошлом году. Их поголовье по итогам окотной кампании увеличилось втрое, с 16 до 53. Новая порода отлично адаптировалась к суровым условиям и тувинскому высокогорью. Свидетельством этого является не только здоровый молодняк, но и хорошая молочная продуктивность животных. Каждая из коз в период лактации давала хозяйству по 4 литра молока в день. А по надоям новая порода значительно превосходит местных коз, принося в среднем до 800 литров молока. Среди преимуществ альпийских коз специалисты отметили также их отличную приспособленность к зимним холодам, неприхотливость в кормах и высокую плодовитость. Единственный недостаток альпийской козы, на который обращают внимание животноводы, это при всей своей всеядности она довольно привередлива в вопросах питьевой воды. Если поилка сильно загрязнена, козак этой воде не прикоснется ни при каких обстоятельствах. По этой причине очень важно регулярно проверять качество воды в поилках, подчеркивают специалисты. Стоит отметить, что в настоящий момент чистопородных альпин в России крайне мало. В стране порода распространена больше в южных регионах и на Северном Кавказе. Тува – один из первых регионов Сибири, рискнувших разводить иностранок в условиях суровой зимы. Напомним, что исторической родиной альпин считаются швейцарские Альпы. Численность безработных в Туве к концу первого квартала 2018 года сократилась на 8 тысяч человек или на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Минтруда Тувы, год назад количество безработных, рассчитываемое по методике Международной организации труда, составляло в республике 23,5 тысяч человек. По состоянию на 1 апреля этого года оно снизилось до 15 тысяч. Полученные в ходе выборочных исследований результаты о снижении общей безработицы коррелируют и с данными служб занятости
индексе ТУВЫ регистрируемых безработных. Их численность в первом квартале этого года также сократилась на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка – пантовый бальзам «Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений. И огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает об особом порядке подачи заявлений на участие в ЕГЭ военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и по контракту, которые поступают на обучение в военно-образовательной организации. Для участия в ЕГЭ они могут подать заявление с указанием учебного предмета или перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены в текущем году, не позднее, чем за 2 недели до начала проведения соответствующего экзамена. В места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте России, где расположена военно-образовательная организация высшего образования. Для поступления в гражданские вузы заявления на участие в ЕГЭ военнослужащие должны были подать до 1 февраля. Выпускники прошлых лет и военнослужащие могут участвовать в ЕГЭ в резервные сроки основного периода экзаменов с 22 июня по 2 июля. Их участие в основной период проведения ЕГЭ допускается только при наличии уважительных причин и соответствующего разрешения Государственной экзаменационной комиссии. Двенадцатое мая – международный праздник медицинских сестер. Дата отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России же день медсестер начали отмечать с 1993 года. У нас детская больница в Республиканской. Сегодня отмечается международный день медицинской сестры. Это особый праздник. Наши сестры милосердия – это особые люди, это дипломированные специалисты, это полноправные участники нашего лечебно-диагностического процесса. Вы, по истории вы знаете, что среди сестер милосердия работали и аристократки женщины, в том числе и супруга дочери императора II. Поэтому к этой профессии, к этим сотрудникам мы относимся с особым трепетом и благодарностью. Ольга Якимова работает медсестрой 25 лет. Сразу после окончания медицинского училища устроилась в родильный дом. Так и осталась работать с малышами. По ее словам, выбор места работы был определен изначально. Часть в школе во 2 классе решила, что буду медсестрой, работать именно с новорожденными детишками. Так и осуществила свою мечту, поступила в медучилище, закончила. После медучилища пошла работать в роддом, в палату с новорожденными. Ну и осталось. Работа с детьми, особенно с новорожденными, всегда требует особой кропотливости. Это доказывает пример Ольги Якимовой. Ведь она посвятила больше половины своей жизни здоровью детей. Как она отмечает, в отделении реанимации нужен особый уход за младенцами. Так, медсестры детской республиканской больницы заменяют мам, кормят и пеленают их. Конечно, мы и водимся с ними, и нянчимся, и кормим на руках. И качаем, и купаем даже мы здесь, есть дети, которые долго у нас лежат.
В детскую больницу поступают дети со всех уголков республики. Диагнозы ставят разные. Так, в аллерго-пульмологическом отделении сегодня около 20 детей. Медицинским сестрам, помимо основной работы, приходится ухаживать за детьми, ведь по правилам больницы дети с 4 лет лежат без взрослых. Роза Мангуш в этом отделении работает более 35 лет. Признается, что с каждым ребенком, как в первый раз, потому что детки разные и у каждого свой характер. Я в республиканской детской больнице работаю больше 36 лет в одном отделении. Как признаются медработницы, свой профессиональный праздник они обычно отмечают в кругу коллектива, а кто-то и на посту. Иногда ночами не спят, переживают вместе с родителями и радуются, когда выписывают маленьких пациентов. И в свой праздничный день медсестры желают, чтобы все дети на свете были здоровыми. Универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8 подготовил для жителей Тувы розыгрыш холодильника марки «Бирюса». Для участия вам нужно купить продукты на 600 рублей, и вы получаете карту с номером, которая позволяет вам участвовать в розыгрыше. Не забывайте, чем больше карточек, тем больше шанс получить приз. Розыгрыш нового холодильника марки «Бирюса» состоится 27 мая в 15 часов по адресу Ровенская, 8 в универсаме номер 19. На 600 рублей вы можете приобрести много чего. Если вы бережливая хозяйка, то приходите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8. Еще и поучаствуйте в розыгрыше. Бытовые средства есть у всех, но не все знают, где можно приобрести все и без ущерба для бюджета. Пополнить запас домашнего арсенала всегда можно в специализированном магазине «Химтоп» по улице Аюна Курседи 103/2. На полках представлена бытовая химия от производителей России, Германии, Гонконга, Кореи и других стран. Выбор поражает. В наличии большой ассортимент бытовой химии для ухода за домом, а также косметические средства для всей семьи. Современный домашний уют требует чистоты, поэтому регулярная покупка бытовых мелочей – это норма для каждой семьи. Большинство покупателей предпочитает ориентироваться на уже известные им средства и бренды, чтобы не прогадать наверняка. Наш совет – появляются новинки и стоит их пробовать. Возможно, они понравятся вам больше, чем привычные средства. При этом следует помнить, что если средство дешевое, это не значит, что оно неэффективное. Чаще всего совсем наоборот. Произвести полноценную уборку дома. Вам помогут отдельные средства для мытья различных поверхностей, для окон, кафеля, сантехники, пола и ковров. На заметку, большим спросом пользуются универсальные средства фирм Glorix, Grass и эко-марка Synergetic. Среди кухонной химии всегда найдется место средства для мытья посуды. Недорогие средства российских производителей являются довольно популярными. Покупатели часто выбирают марку Nika. Кстати, благодаря экологическому составу она подходит для мытья фруктов, овощей, а также детской посуды с первых дней жизни. Затеяли стирку? Тогда в вашем доме обязательно должно быть такие средства, как стиральный порошок и кондиционер, предназначенные для белья. Немаловажно будет приобретать гипоаллергенные марки. В Химтопе целая витрина безопасных гелей, порошков и кондиционеров европейского и японского производства, предназначенных для стирки разных видов тканей. Но и это еще не все. Магазин станет настоящей находкой для тех, кто любит уход за собой. С недавних пор на полках Химтопа появилась натуральная органическая косметика, шампуни, гели, мыло, скрабы и крема известных фирм «Натура Сиберика», «Натура Органика» и «Органик Шоп». Приглашаем вас посетить наш магазин всей семьей. У нас в наличии широкий ассортимент разнообразной бытовой продукции и мелочей для ухода за собой. Также в нашем магазине много новшеств. Открылся отдел спецодежды. У нас появилась тележка-автомобильчик, которая поможет вам совершать покупки вместе с ребенком. В нашем магазине действует накопительная система скидок. Совершив покупку от 1000 рублей, вы получаете дисконтную накопительную карту. В общем, в Химтопе есть практически все для того, чтобы в вашем доме всегда царили уют и чистота. Каждый продукт от мыла и порошков до детских салфеток и шампуней сертифицирован и безопасен для всех членов семьи и животных. Закупайтесь с пользой. Химтоп, улица Аюна Курседи, 103/2. Телефон 6-63-53.
Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, днем без осадков. В Кызыле перемена облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью порывы до 16. Температура воздуха ночью 0 плюс 2 градуса, днем плюс 17 плюс 19. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.